bumpsy. You get in the way of the suave. I'll show you, punk. 216 report, over. Hey there, cowboy. Get your f***ing cattle car off the road. Whoa, hold your horses there, fella. 216, any sign of those U.S. racers yet? 216 report. 216, come in, please. Look, Tyrone, darling. There's a sleeping beauty standing in our way. Ha ha ha! I know what will wake the brother! Итак, привет всем! Я Вито. Сегодня пора сделать следующее прохождение. На этот раз игры под названием US Racer или A2 Racer Goes USA. Игра из 2001 года для PlayStation, первого PlayStation и персональных компьютеров. Потом еще в 2002 году шла специальная версия для PlayStation 2. Это просто дешевая гоночная игра, как, например, London Racer 2, Paris Marseille Racing 2 или Autobahn Racer 4. Игры на отличные рынки. Перед следующей игрой London Racer World Challenge и еще шевых потом ужасных игр. US Racer, как название, это игра, в которой мы будем гоняться по различных рудах и можно сказать национальных парках в Америке. Есть 11 различных гоночных трасс, 6 автомобилей в режиме карьеры, а после режима карьеры мы будем еще имеем еще возможность, чтобы протестировать еще 6 разных машин. Здесь турнир. Начинаем турнир, чтобы посмотреть, насколько тяжелая будет эта игра. Потому что London Racer 2 является очень простой игрой, чем это. Это US Racer. Посмотрим. Сейчас... Вито, да. И сейчас пора посмотреть, какого члена я выбрать, чтобы участвовать в этой гонке. Нужно быть аккуратным, потому что эти персоны мы будем гоняться машинами через весь режим карьеры. Бабс, копи, Дюк, дорожник, Тони, таксист, Нанди, водитель эвакуатора, Оли, актриса. Эта машина похожа тоже на Mercedes SLK. Интересная машина. Наконец, Суаве. За рулем интересной машины, потому что перед нами она похожа на Porsche 911, но задняя на Chevrolet Corvette.
вот так бывает. А, черт. Слава. Уровень сложности средний. Вот и все. Первая часть турнира — это испытания по различных парках. Парковая лига, можно так сказать. Нам нужно собрать 15 очков, чтобы участвовать в испытаниях по огородам. Здесь только три трассы: Йеллоустон, Йосемит Парк и Гранд Каньон. Yo, Gee! Check it out, the chief picnic thief is chilling at Yellowstone. This is NCG giving you the lowdown on this park's avenue. Cliffs, mountains, and lake views are all on the menu. And we're throwing in a canyon on the route. You'll feel like a pinball wizard after Old Faithful gets through with you. So be wary of those holes, because even the geysers like to spew. What? Это интересное. Нам должны забрать $3000, чтобы улучшить машину. Как в Need for Speed 4 High Stakes, здесь только 3 уровня улучшения машин. Но можем тоже покупать закись азота и починить машину, и изменить цвет. Вот, начинаем турнир. Первая трасса — Йеллоустон. Нам нужно забирать эти деньги, потому что это не бонус, чтобы быстрее улучшить эти машины и так далее. Тоже что интересно, и то, что мне очень нравится в радиостанции во время гонок. Никакой посредственной музыки. Музыка в игре, несмотря на факт, что это короткие лупы, доставляет массу удовольствия. Что интересно, я могу сказать, жаль, что сделали длинные версии этих музыкальных треков. Полицейские машины. Можем починить машину после этих толкований. Единственная проблема — это факт, что это не так, как в London Race World Challenge. Если мы чем быстрее с помощью нитро, это нитро в игре может только разогнаться до максимальной скорости машины. Никакой возможности, чтобы ехать 27 миль про час. Это не как в London Race World Challenge, если следишь их. Вот так.
Музыка country. Движок V8. Едем по Yellowstone Park. Окей. I am the greatest racer of all time. Сейчас вторая трасса, Yosemite Park. Yosemite! Alright, we're getting back to nature and doing the wild thing. Grand waterfalls, enormous trees, and bottomless ravines make this track quite a treat. But this ain't no Sunday drive. Falling rocks, rough roads, and shaky bridges would make even a cow squirt milkshakes. It's a midday showdown, and this is no time to drive weak. О, курсе. Ну, полный набор метро. После этой гонки мне нужно улучшить машину. Окей. Yosemite Park. О, чёрт! Что-то производит, чёрт возьми. Чёрт, моя машина выглядит странно. Пора её починить. Достаточно денег, чтобы после этого покупать делать какой-то тюнинг. Нахер. Долбаный менты. Убираем меня с дороги. Yeah.
Вот, на первое место. Достаточно денег, чтобы покупать какое-то улучшение для этой машины. I am the greatest racer of all time. Вот. Заблокировали трассу в Гранд Каньон, потому что мы будем гонять по месту. MCG coming at you with your Grand Canyon preview. Check it out. This track pops at the top of my hit list. It's Dusk Along the Canyon. And the shadows are growing as long as the jumps on this course. And don't get lost in the mines and watch that first step off that side. Water hazards, old bridges, and falling obstacles should keep you on your feet. And whatever you do, don't look down. Потому что это Grand Canyon. Забегает из дороги. Может летят. Отлично. Вот. 3000 за первый уровень. Следующий нужно 20 000, потому что сейчас, я думаю, это просто улучшение. Мало улучшения движка и на спортивный. И важно, сейчас трасса номер 3, Гранд Каньон. Так что максимальная скорость это только 6 миль выше, чем раньше. Можно сказать, что сейчас эта машина всего быстрее машина. Не забрал идти. Не важно. Могу так не вставить. Вот и повесил. Черт возьми. Забыл достаточно денег. Да пошел ты! Yeah.
Well, it looks like Suave's danced his way right into getting his city license. Maybe now he'll be able to pay off some of those checks that his mouth has been writing off. Наконец-то взяли парковые испытания, сейчас мы будем гоняться по городам. Пять различных... Да. Да. Вот. Городские испытания. Пять раз. Нужно забрать 25 очков, чтобы получить на последнее испытание вокруг всех Соединенных Штанов. Почти всех. А. Плевать. Вот пять раз. Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Нью-Йорк, наконец, Лас-Вегас. Это интересное. Это мне нравится. Вот, первая трасса Лос-Анджелес. Пора послушать, что будет самое сложное на этой трассе. Always sunny in LA. Driving around with the stars in your eyes could cost you the race. The drive takes a tour of the studio and Walk of Fame. Hey, my name will be on there someday. Cruise down Rodeo and see them pumping iron along the coast. And Griffith Park's view is one of the best to check out the city in all its grandness. Everything's cool and everything goes, cause in LA, it's all for the show. Хорошо. Вот начинаем городские испытания. Первая трасса Лос-Анджелес. Интересная трасса, уже об этом сказать. А, иногда не очень. Очень честно, иногда возможно, что один из этих противников может уничтожить свою машину. Я хочу тоже сказать, что эта гонка — это просто два круга по Лос-Анджелесу. Такой искусственный интеллект. А еще радиостанции играют, что-то похоже на музыку от Бритни Спирс. Все работает, Дэви Рекс. Санта-Моника или что-то похоже на это. Thank you.
Как я сказал раньше, этот таксист почти уничтожил свою машину. Просто отличная работа. Несмотря на то, что эта игра доставляет массу удовольствия, могу сказать, я знаю, почему Лос-Анджелес не было, например, в London Racer World Challenge. Просто хорошее, но... Мне того факта, что искусственный интеллект не могу ехать через этот город в столковении. Вот. Не хочу ждать учеников. Как сказал, что интересно, я никто не уничтожил свою машину, но холи. Взрывдвижка. И что там? Значит, не закончила я твои гонки. На первом месте то, что интересное, на втором, несмотря на факт, что его машина тоже была в плохом состоянии. Вот. Это игра Davilex. Это не сюрприз. Вторая гонка по городу Чикаго. Here's the low on the city that blows! Chicago! It's home of the Bulls and it's next on the list. Forecast is cloudy and gray for today as we take this trip. Lots of straight roads and buildings built up high. Hey, don't get caught by the L train as you ride down and around town. And hit the Magnificent Mile to go twisting and turning around Picasso's smile. Grand prize goes to the bozo that can fly. Мне плевать на эти улочки сейчас, потому что у меня недостаточно денег и мою эти улочки могу покупать после этого чемпионат. Вторая гонка, Чикаго. Пора посмотреть, будет ли это тяжелая гонка. Возможно.
вовлощение в Лондона и СР был челлендж. Не могу сказать, вот это Disable Most. Disable, но... Вон Резервер Челлендж изменили это мост на... для низкий уровень. Хорошо. Вот сейчас разблокировали новую трассу Хьюстон, потому что мы сейчас будем гоняться по этом городе. Как Лос-Анджелес и Гранд Каньон, это трасса, которая не... Лондон Рейсер Ворлд Челлендж. Не знаю почему, но могу сказать, возможно, потому что эта трасса была просто сложная. Может быть так. Вот третья трасса, Хьюстон. Cowboys, because the rodeo is about to start. Houston is the next place on this chart. This track has some doozies that will try to buck you off. So get enough boost, and you should be able to outride the lot. Houston, we have a problem. Hey, isn't this where all those rockets took off? Take a ride on Texans turf in the Astrodome, drill for some oil, and above all, remember the Alamo! Houston, we have a problem. Yeah. Остаточный результат. Почини машину. Еще нужно забрать 10 тысяч, чтобы улучшить машину. Не плевать на это. Я думаю, что у меня никакой возможности, чтобы улучшить машину перед конца этого чемпионата. Три испытания. Вот. Начинаем третью с того испытания чемпионата турнира. Хьюстон. Начинается родео. Музыка кантри. Почему нет? Yeah.
Эр. Базу. И что она? Вот. Або не прикол. Представляю, чего я с того... Это из Британии. Это в Нью-Йорке. Что интересное. Как некоторые Ирак, Нью-Йорк значит просто остров Манхэттен, потому что мы будем гоняться по центре Нью-Йорка, значит, например, через Таймс-сквер Манхэттена и так далее. In the Big Apple. New York is my town, baby. You've heard that the city never sleeps? That's because 24/7 the horns go beep. You've got to have nerves of steel to take the wheel in the traffic that this metropolis dishes up. On your tour, give an allegiance to Lady Liberty. Dash down to see the crash at Wall Street. Grab a concert at Central Park. And at Times Square, see who's hot and who's not. And when you're done, shout out loud, I love New York! Я хочу только спросить, почему, например, туда, здесь Бруклинский мост, ну, близко от того. Почему-то. Вот, четвертая трасса, Нью-Йорк.
пошел ты. Черт возьми. Вот это был Нью-Йорк. I am the greatest racer of all time. Разблокировали следующую трассу в Лас-Вегас. Сейчас это будет просто отличная гонка. Тоже прикольная. With Las Vegas. This is RACE Race Radio with your driving update. Lady Luck may be on your side as you roll through the Vegas Strip watching the pretty lights. Cheating here will get you locked outside, so watch those doors slide. If the bright lights are too much for those sensitive eyes, make a dash for the desert. Howl at the moon and have a look where the mafia buried its goons. Вот так. За этой гонки победы в этих русских испытаниях я могу улучшить мою машину, чтобы участвовать в турнире по всех трассах, породах, парках и так далее. Вот, закончить этот чемпионат Лас-Вегас. Это трасса. Попробуй себя снова. Вот денежки в Лас-Вегасе. Ты ко мне. Черт возьми. Отличная тактика.
Да. Ясно. Я могу сказать, что это выглядит как Лас-Вегас. Вот просто не аэропорт, а Фремонт-стрит или что-то похожее на это. И так далее. Отличная трасса. Еще мы закончили этот чемпионат. Получили достаточно денег, чтобы покупать запчасти для нашего автомобиля. Suave is cool. He danced his way right into the big race. Big race? It's big money, Suave. Have you got what it takes? Take your US racer license and we'll see. Вот последний турнир US Race, или просто турнир по всей Америке. Ну, честно, не по всей Америке, но у нас 11 различных трасс. Посмотрим сейчас. Чикаго, Йеллоустоун, и это, если мне парк плевать. Чикаго, Йосемита, Лос-Анджелес. Нью-Орлеанс. Это интересная трасса, потому что я не участвовал в гонке по этому городе. Еще. Йеллоустоун, Йосемит Парк, Нью-Йорк, Хьюстон, Майами. Это следующая трасса. Конце. Лас-Вегас, Гранд Каньон. И последнее испытание. Вокруг Вашингтона. Просто отлично. Значит, три новые трассы будут разблокированы после того чемпионата. Вот так. Here's the low on the city that blows. Chicago! It's home of the Bulls and it's next on the list. Forecast is cloudy and gray for today as we take this trip. Lots of straight roads and buildings built up high. Hey, don't get caught by the L train as you ride down and around town. And hit the Magnificent Mile to go twisting and turning around Picasso's smile. Grand prize goes to the bozo that can fly. What? Запчасти. Сейчас, если я хочу покупать еще третий уровень улучшения машины, мне нужно заработать 30 тысяч долларов. Но если никакие проблемы. За все эти остальные деньги я покупаю нитро, чтобы иметь его достаточно в этой гонке. Тоже эти выхлопы помогает меня сказать, что эта машина сейчас получше похожа на Chevrolet Corvette. Вот так. Вот начинаем последнюю часть турнира. Первая трасса из 12. Chicago. Нужно
заработать 50 тысяч долларов, но это не проблема, потому что если мы первую часть турнира заработали только 10 долларов, второй до 5500 долларов, а сейчас мы можем заработать 50 тысяч после каждой ромки. Достаточно денег, чтобы после этого турнира покупать себе бонусную машину. Я хочу это сказать, почему мы разблокируем тоже бонусные машины. А это был интересный прыжок. Но еще у нас этот мультисавр или что-то положил на это. Вот так. После этого турнира я могу посмотреть, как разберусь мы гоняем с рулем Chevrolet Corvette, не знаю, машина Лада, это возможно Ford Mustang Mach-3. Просто отлично. Окей, так мы получили достаточно денег. 50 тысяч после этой гонки. Следующая гонка будет не в Yellowstone парке, но и в Summit парке. Yo-yo-yo, Summit D! Alright, we're getting back to nature and doing the wild thing. Grand waterfalls, enormous trees, and bottomless ravines make this track quite a treat. But this ain't no Sunday drive. Falling rocks, rough roads, and shaky bridges would make even a cow squirt milkshakes. It's a midday showdown, and this is no time to drive weak. Happy show.
под разными. Назад, ментор. Неплохо. Суаве, суаве, суаве. Вот сейчас следующая гонка. Снова по Лос-Анджелесу. Значит, и возможно, что один из этих гонщиков может уничтожить свою машину. Это будет полный прикол. Посмотреть. It's always sunny in LA. Driving around with the stars in your eyes could cost you the race. The drive takes a tour of the studio and Walk of Fame. Hey, my name will be on there someday. Cruise down Rodeo and see them pumping iron along the coast. And Griffith Park's view is one of the best to check out the city in all its grandness. Everything's cool and everything goes, cause in LA, it's all for the show. Вот так. У меня будет достаточно денег, чтобы покупать третий уровень. Все эти запчасти. Остальные запчасти и так далее. Так. У меня достаточно нитро. Починю машину. Просто отлично. Вот. Лос-Анджелес. Происходит, черт возьми. Вот так. Это просто Лос-Анджелес. Так бывает.
Черт возьми. Я вижу, что ты противников почти уничтожил свою машину. Да, под капотом чистый огонь. Я починил свою машину. Только проблема в том, что эти противники могут взорваться твои крышки. Вот. Так, я и Оли. Да, это Лос-Анджелес в этой игре. Полный прикол. Противник взорвал свои движки в машине. Я получил достаточно денег, чтобы покупать остальные запчасти. Вот. Новая трасса, это New Orleans. With Mick G on the mic, giving you some details to help you with the route precise. It's an early morning on the bayou, and you've got to choose whether you want to take the high road or the low road through the swamps. Care for those gators, because they haven't been fed today. Head into town and get down on Bourbon Street. You be careful not to party too hard and hit that streetcar. Bam! If you prefer to the quiet side, head on through the Garden District or have some Cajun shrimp on fire. I'll catch you cats at the end, and we'll see who's been playing Tom Sawyer and who's been Huckleberry Finn. Вот так. Вот все запчасти. Интро. Почини машину. Отличная машина. Вот следующая трасса. Нью-Орлеан.
Сейчас можно догнаться до 290 метров по часу. Черт! Вот и все. Заново. Уразился. На Гранд Каньона. MCG coming at you with your Grand Canyon preview. Check it out. This track pops at the top of my hit list. It's dusk along the canyon, and the shadows are growing as long as the jumps on this course. And don't get lost in the mines and watch that first step off that side. Water hazards, old bridges, and falling obstacles should keep you on your feet. And whatever you do, don't look down. Это просто будет борьба с противниками. Ну, выстрел машины идет через Гранд Каньон. Почти 300 км в час. Через левую дорогу. Thank you.
ошибаюсь, сейчас осталось 6 гонок. Сейчас мы будем гоняться по Нью-Йорке. In the Big Apple, New York is my town, baby. You've heard that the city never sleeps. That's because 24/7 the horns go beep. You've got to have nerves of steel to take the wheel in the traffic that this metropolis dishes up. On your tour, give an allegiance to Lady Liberty. Dash down to see the crash at Wall Street. Grab a concert at Central Park. And at Times Square, see who's hot and who's not. And when you're done, shout out loud, I love New York! Отлично. Работали. Просто отлично. Давай, мент. Покажи, на что ты способен. Чёрт возьми! Нужно починить машину. До того хотя будет возможность, чтобы забрать это первое место. Или нет. Мне плевать. Промысло не так плохой.
No contest. Следующая гонка по Хьюстоне. Вот так. Settle up, cowboys, because the rodeo is about to start. Houston is the next place on this chart. This track has some doozies that will try to buck you off. So get enough boost, and you should be able to outride the lot. Houston, we have a problem. Hey, isn't this where all those rockets took off? Take a ride on Texans turf in the Astrodome, drill for some oil, and above all, remember the Alamo! Okay. Сейчас я победу. Новая трасса. Майами. Отлично. Только 4 трассы до конца. Mick G on RACE Race Radio with the lowdown for Miami. Orange groves, coconut palms, mixing a Coke. Miami is the place I like to be laying on the beach next to Holly. Hey, baby. I love those pastries in Little Havana. And check out the cruisers in the marina. Hey, don't get stuck in the sand on the beach, or you just may miss the dolphin streak. Значит, мы будем гоняться по Miami Beach, а потом поедем до центра.
Вот так, Майами. Сейчас нужно это время Куба Лебре. Черт возьми. Мне повезло. Так, Grand Orinsor World Challenge. Это будет сложная трасса. Так сложно, как в Лос-Анджелес в этой игре, но всегда. Возможно, что из этих противников могут вырваться свое движение наше. Okay. I am the greatest racer of all time. Что, драгонки? Значит, Лас-Вегас, Эллоустон парк, а наконец еще Вашингтон. Для того мы получаем следующую спортивную машину. Отлично. Вот, Лас-Вегас. This is RACE Race Radio with your driving update. Lady Luck may be on your side as you roll through the Vegas Strip watching the pretty lights. Cheating here will get you locked outside, so watch those doors slide. If the bright light's too much for those sensitive eyes, make a dash for the desert. Howl at the moon and have a look where the mafia buried its goons. Thank you.
собрать все ключи, чтобы починить свою машину. Fremont Street, пожалуйста. Это повезло. Suave, el mucho suave. Okay. Вот. Полуфинал. Трасса Yellowstone. Yo, yo, gee! Check it out, the Chief Picnic Thief is chilling at Yellowstone. This is NCG giving you the lowdown on this park's avenue. Cliffs, mountains, and lake views are all on the menu. And we're throwing in a canyon on the roof. You'll feel like a pinball wizard after Old Faithful gets through with you. So be wary of those holes, because even the geysers like to spew.
последний круг. Вот и все. Сразу только одна гонка по Вашингтону. Суаве, суаве, суаве! Вот это финал. Последняя трасса в игре. Вашингтон. Столица Америки. Или просто Соединенных Штанов. Вашингтон, D.C. It's the capital of capitals. D.C. is where all the big cheeses hang. This town has its finger on the pulse of America. So let's stir things up a little bit, shall we? Rewrite your amendment for speed on Constitution Avenue. Or blaze down Pennsylvania Avenue and give the president a U.S. racer hello. Blaze by the FBI offices and make Mulder believe there are phantom drivers. And if you're looking for some gems, take a peek over at the National Gallery. Spock a rim for the speeds of revolution, baby. Вот так. DC, это значит, что возможно мы не будем только. Это не будет только погоня с полицейскими, но тоже с FBI или Secret Service. Вот так. Последняя трасса Вашингтон. White House. Я думаю, это... Это... Ну... Дарья. И что-то...
сказать, что надо ему стрелять своим мишенью. Отлично. Просто отлично. I'm hotter than a double mocha low fat cappuccino. Ouch. Okay. And the US race results are in. I can say with all confidence that the winner this year is Ricky Suave Morales. I guess this cat really is as slick as he says. Enjoy the glory, bask in it, and get a new tan, because you're the new man. That's right. Nobody messes with a suave. Arriba! Что интересного есть в этой машине? Сняли. Несмотря на факт, что в игре эта игра имела только ржавый цвет. Ну так. Победили турнир и разблокировали спортивную машину. Что интересное, я играл Суаве за ролем его Chevrolet Corvette, но несмотря на то, я тоже разблокировал все машины, всех остальных водителей. Можно посмотреть сейчас. Вот так. Обычная гонка, полный список автомобилей. Вот, первая машина Бобса, Дюк, Тони, Сланди. Эти машины из режима карьеры. Но после этого, следующие машины. Додж Рам, Бобс, Кадиллак Флитвуд, или это Кадиллак серия 62. Не помню. Ну, съезжаю. Можно сказать, да почти как этот мистер Хог из The Dukes of Hazzard. Отличная серия. Следующая машина. Lincoln Town Car. Да, таксиста. Значит, из таксиста он стал водителем звезд Америки. Сламди, например. Играл в котором и победил столько денег, чтобы купить себе тягу. Грузовик. И что там? Ули из Mercedes SLK. Да-да. Chevrolet Corvette. Наконец, Суаве. Его был Chevrolet Corvette, только не C35. Ну, наконец, получил достаточно денег, чтобы купить себе машину, которая похожа на... Некоторые люди сказали, что это почти как Lotus Elise. На мой взгляд, это Ford Mustang Mach 3 Concept из 92 года. Возможно. Вот так. И тоже... тоже разблокировали все трассы. Вот Нью-Йорк, Гранд Каньон, Хьюстон, Лас-Вегас, Нью-Орлеан, Майами, Вашингтон, Йеллоустон парк, Йосемит парк, Лос-Анджелес, Чикаго. Вот и все. Вот, это весь US Racer. Полная серия, полное прохождение из этой игры. Что я могу сказать об этой игре? Она неплохая, но дешевая. 11 трасс,
20 различных автомобилей, 6 для режима карьеры, а потом еще 6 следующих машин в качестве бонуса. И прохождение занимает почти 2 часа. Можно сказать, что это не очень ужасная игра, но можно тоже сказать, что мне очень нравится, что интересное, мне очень нравится эта игра Davilex. Но самая лучшая игра, на мой взгляд, это дальше London Racer World Challenge из 2003 года. Несмотря на факт, что взяли много автомобилей и трасс из предыдущих игр, World Challenge доставляет массу удовольствия, покажет почти Need for Speed Opus 2. Несмотря на факт, что это очень дешевая игра, и в сравнении с Need for Speed Opus 2 является не так хорошей идеей. Вот, это все. Все, что я хотел сказать. Пока, до скорой встречи.